Мы не против, но это надо делать последовательно. Установить счетчики на воду жильцы дома планируют в начале лета, как того требует федеральный закон об энергосбережении. Однако управляющая компания решила установить общедомовой прибор учета потребляемой воды сейчас, причем не поставив об этом в известность людей. Были рабочие, неизвестные нам, без бумаг, без всяких планов работы своей. Подъезд был открыт, дверь не закрывается в подвал. То есть, что хочешь, то и делай. Дверей нет, замков нет, ревизия в подвале не проведена, течи не устранены, а счетчики мы уже ставим. Под нажимом жильцов дома горе-мастерам пришлось поставить на место часть трубы, которую они уже успели вырезать для установки счетчика. Люди возмущены даже не фактом установки прибора, а тем, что с ними не посоветовались. Горожане вправе сами решать, какой именно счетчик будет устанавливаться и сколько он будет стоить. Любые работы, которые производятся в отношении общего имущества, должны быть согласованы с собственниками. Это безоговорочно. Жильцы, скажем так, правомерно остановили работу? Конечно, безусловно. Жители очень грамотно поступили в этом вопросе. То есть они незамедлительно среагировали. Это им, конечно, в плюс. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.